What's up, ребятки? С вами канал Олигеймлес, ПВРК, это вторая часть Лендинг. Итак, ребятки, у нас день второй, хотя у нас дождь, лила дождь. Позвонили, вызвали на работу, нужно срочно ехать. Нам нужно найти ключи от машины, да. Ключи от апартаментов, машины и от всех вообще дверей мира. У нас есть temperature do not take up space in your normal inventory. By different interstices. В общем, очень интересно, но не до конца понятно. Радио мы выключим, приборы нужно, когда уходишь, выключать, иначе они будут очень страшно мотать электричество. В общем, да. Давайте отправимся уже туда, куда нас просят отправиться. А тем временем мы уже успели доехать до постоянного места работы. Это Ривелфирд Морг. И мы заходим. Я вернулся, чтобы начать, или я вернулась, чтобы начать. Все, как видите, на своих местах. Никуда ничего не делось. Вазы как вазились, светик светился. Все нормально. Пока непонятно. Изображение в зеркале еще есть. Все пока хорошо, но... Но что-то уже не так пошло. Что-то не так пошло, уже кто-то где-то как-то. Мистер Делвер, I need help. Someone's outside the mortuary. Да хорош уже болтать. No, wait. Короче, да, слишком долгие разговоры, я согласен. Значит, что-то, да заткни... Мы услышали какие-то шумы. Тут позвонил телефон. Оказалось, что это наш руководитель. И мы ему решили дожаловаться, что морг кто-то проник. На что он сказал, просто закрой двери. И типа, все хорошо. Тут такое бывает. Тут лежит какая-то красная коробочка. На ней написано Ребекка. Ребекка это типа наша главная героиня. Ох ты, смотри, здесь есть ключ от холла. Старый ключ. И тэп-рекордер. На этом информационное погружение у нас закончилось. Будем узнавать, от чего старый ключ и все остальное. О, есть, я применил, и тут все получилось. Дальше, у нас есть непосредственно наше место, где мы работаем, да? Давайте сделаем так, мы просто откроем, пусть это сквознячок, понимаешь? В таких местах всегда должен быть сквознячок. Да-да-да, иду. Ты мне не обязан верить, говорит он. You or что-то там. Короче, изучи демона и сожги демона. В общем, тут творится какая-то дичь. Какие-то паранормальные явления с телами тех, кто погиб. Нам что нужно? Нам нужно изучить, понять вообще демона там. Какая-то кассета. Понять демона, изучить демона и заковать демона. Много манипуляций сделать с демоном. Здесь есть тело? Вот, есть. Какой-то Амбер Рэмблер. Амбер Лемблер. Так, ну давайте начнем. Будем изучать. Я, честно, не знаю, что... Да, 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 здравствуйте. Да тут дохренища работы просто. Но мы возьмем только одного. Ага, вот, подцепили. И покатили. Я покажу тебе этот мир во всех красках. Та-ра-ра-ра-ра. Отлично. Дабы, чтобы никто не подглядывал, потому что все-таки на приеме у врача конфиденциальность еще никто не отменял. Посмотрим, что тут есть. У нас есть вонь на ногах. Какие-то дырочки. Это мы проходили. Теперь... Это было внезапно. Ух ты! Это всего лишь маленький испуг. Смотрим дальше. Что подозрительного можем увидеть? В спине ничего нету. Еще какая-то штучка. Прыщики на ладошке. Здесь все на месте. Теперь нам нужно занести это все в компьютер. Арм. У нас вот это. На левой ноге контузия. И эллек. Только... My English very well был какой-то rush. Так это когда мы в игре кричим, рашим их. Это что, завониваем или загниливаем их? Что, так что ли получается? Непонятно. Ладно, ей 27. Зовут ее Эмбер Рэмблер. Мы взяли, значит... Мы взяли, значит, записочку с картотекой. И мы пойдем сейчас эту записочку с картотекой, да, непосредственно... Мы непосредственно положим ее в туда, где она должна лежать. Amber Report. Мы, значит, положили. Теперь, что нам нужно сделать с ней? Где нам найти скальпель? Здесь у нас что? Мистер Делверс, Work Beige Body Pukin Local Hospital. Full Access. Ага, полный доступ. Ключи, ручка, записная книжка. О, это что такое? Какой-то ключ. Ice Cap, вот. То, что нужно. Инжектор нужен сначала, да? Where Joe shoot
shot Virjav needle injector and setting insert ice cap. What injector? Use. Рот, откройся. Ну нормально ж играли, ну я нажимаю. Я беру инжектор. Кто? Да подожди, дойдем до тебя. У нас тут проблемка возникает. Может, нужно какие-то нитки для инжектора, я не знаю, гвоздики какие-то. Вот это что? А, ну... Я не могу это применить, потому что... А как я это применю, если мне нечем? Ну, как бы, инжектор должен гвоздики вбивать, правильно? А как он, инжектор, будет гвоздики вбивать, если... Мне можно, я стажерка пока. В смысле, ты прикалываешься? Подожди, нет, я походу... Не, я нормальный. Эта игра что-то опять глючит. Что-то произошло. Мы зарядили все-таки. Жесть. Так, вот и да, у нас получилось. Все-таки... Ну, тут давай так, чтоб, ну, ни себе, ни тебе, вот, я на половину вот этого, ну, и игра тоже виновата, я как бы тут, ну, не сошлись характерами, поэтому оба виноваты, вот так вот, ничья, у нас 1-1, да, 50-50. Теперь нужно в глаза положить, вот так вот, и закрыть. Right. Теперь надо формальдегид, помню, да, микс эмбл фульт глютамир, глютархер, метханол. И хуминкант, и формальдегид, вот. Чемикал нужно. Тут скальпеля у нас. Метханол, вот он, метханол. Метханол есть. Формальдегид нужен и глютархедрин. Это что? А, формальдегид, смотри. Формальдегид заливаем. Глютархедрин. 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 Нет, это не оно. Да иди в... Глютархедрин. А ты что, вылез? Не твоя очередь. А где я хедрин найду тебе? Вечно все прячет. О, вот он. Глютархедрин, вот он. Мы живем. Все сейчас будет хорошо, моя дорогая. Я нашел все, что нам нужно. Глютархедрин, все. Вообще, сейчас. Как очистим, как очистим. Фин де картон артер джулери венск. А, в скальпель. Это я помню. Возьмем скальпель. Закроем двери. Буду тоже троллить. Да, войдите. А, она закрыла дверь, прикинь за мной эту тварь. Ну, я хочу прибедить скальпель, но... А, реагенты старого кабинета. У тебя что-то еще есть? Ух ты! Бать, да ты тут, смотрю, это... Хера себе. Я понимаю, что здесь сейчас какая-то серьезная вещь будет твориться, но я ж ни хрена не понимаю, что... Что сейчас будет происходить. Так, и что? Есть, реагент достали. Куда ей втыкать? Так, что-то она нашла. Use forceps of turbing. Нужны щипчики. Ой, какой сегодня тяжелый день вообще на работе. Среди ночи подняли. Понимаешь ли? Гидроштрудинг какой-то тут ей делай. Вот, есть. Трубочки вставили. Мы включали эту тарантину. Ох, да, пошла работа. Жесть. Сейчас мы тебя проветрим, дорогая. Ты шумишь же как сильно. Так, все, есть. Мы, значит, вот это дело теперь убираем. Обратно вот так вот затягиваем. И нормально. Теперь нам нужно прочистить эту малышку. Какая-то флексбаг. Начинается. Кто там не спит среди ночи? Hello? Hello? Rebecca? Rebecca? Да, это я. Я есть Ребекка, да. Что-то мы делали. А, да, вот. Вот, нашли. Bathroom closer, creator, tank cleaner. Все, это я понял. Я стараюсь не обращать внимания на эти голоса, потому что, понимаете, голоса, они же для чего нужны? Чтобы привлечь ваше внимание. А вы потом что делаете? Вы же когда, ну, слышите, что что-то где-то как-то, вы начинаете что? Вы начинаете поворачиваться в эту сторону. Когда вы поворачиваетесь в эту сторону, тут-то вас и поджидают. Интересные моменты в жизни. И что, я взял клинер-бак, и что... Подожди. Когда ты стал, когда ты успела стать им? Ты если папа лежала? Где моя женщина? Алло, игра.
Ты. О. I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. О, вот и мою женщину вернули. Офигеть. Вроде бы целиком даже. Не по частям. Ну, пока такой себе был скример, но я, конечно, очень сильно удивился отсутствию моей женщины. Хотя временем. Пока вроде бы все неплохо получалось. И что теперь? Return body to cost. Так, ample monstrousing. А, да, вытереть, я помню. А это monstrousing салфетка. Да в смысле ты... I can't use that here. О, новый звук появился. А что происходит? Все, сейчас мы тебя натрем. А, видимо, какой-то таргет сработал. Мне нужно было куда-то посмотреть, но я настолько ленивая жопа, что... Ну, а что, я пациента, что ли, брошу, дед? Пациент! По-моему, мы готовы. Да, вы готовы для того, чтобы отправиться обратно в свою палату. Я, правда, не помню. Амбер, Лембер там что-то вот... А, так вот. А, да, кстати, может, какие-то там знаки будут, я не знаю. Или не будут знаки какие-то. Ну, мне нужно понять, что... вообще тут происходит. Нам же там что-то личинки какие-то там, тычинки, камешки, свечки, вот это все, благовоние. Все, одного мы сделали. Одну, точнее. Это успех. Пойдем, сходим в кабинет. В общем, ребят, очередной страшный, ужасный, тяжелый рабочий день закончился, и мы отправляемся домой. В общем, ребятки, следующий рабочий наш день я расскажу вам, что мы будем делать дальше с теми двумя прекрасными людьми, которые еще остались у нас на приеме. С вами был канал Олегейм, летсплей враг. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши замечательные пальчики вверх под этим видео. Не забывайте про колокольчик, он оповестит вас о всегда свежих, новых, интересных выпусках. Помним про то, что на канале есть раздел видео, где есть еще много интересных уже снятых видеороликов. С вами был канал Олегейм, летсплей враг. Увидимся, ребятки, пока!